Здорово, Капа. Привет, Санек, доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Привет, ребята. Слушай, привет. Санек, у меня такой вопрос. Вот тебе больше нравится, когда девчонки вот поют или пляшут? А ты что, и поешь, и пляшешь? Не, я не петь, не свистеть, но у меня есть знакомая, которая и поет, и пляшет. Ты про Софию Салаурову. Угу. Ну давай, друзья. Представь. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в копошилках, София Салаурова. София, привет! Здравствуйте! Ну что ж, давай, сначала порадуй нас творчеством, а потом мы с тобой поболтаем. Болтаем. Хорошо? Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон. Помнишь, по камням босиком, ты папе над рекой, как это далеко. Знаковые даты встаю, их тебе как песню дарю. Сколько лет тому зданию, в котором 200 зим, воздух невыносим. Модный темный узкий подъезд, здесь делили воду и крест. Праздновали свадьбы невест, и миром на одной я встретилась с тобой. Браво, Брависсимо, вот это да. Здорово, как зажигательно. Утром ты проснулась, Капа? Ну как тут не проснуться-то? Да. Слушай, а ты можешь как девочка у девочки спросить, сколько Соне лет? Да. Соня, слушай, а тебе сколько лет? Мне 13 лет. Я не слышал, все. Скажи, пожалуйста, а сколько ты занимаешься вокалом? Занимаюсь вокалом я уже как 7 лет. Ого-го, с 6 лет. С 6 плюс, как будто не слышу. Да, ну, скажи, пожалуйста, это твой осознанный выбор был или все-таки тебя мама с папой привели? Это был мой осознанный выбор. Ты сама, ты со скольки лет поешь? С 6 лет пою. Ну, а вот до этого, как вот ты поняла, что ты хочешь петь? Ну, как-то вот по телевизору все время смотрелось. Угу. Да? Да. Да? Не, ну многие смотрят, но не всем охота, понимаешь? Ну, самой. Вот, вот пример. Я вот, вот люблю смотреть, но самой как-то мне больно. Не любишь петь? Ну, да? Не то, что не люблю. Но... А простые какие-то увлечения? Ты наверняка ведь занимаешься много в шоу-проекте «Эти дети» и... на свое личное пространство тебе, на свое личное время что-то хватает? Конечно. Чем, чем увлекаешься? Я увлекаюсь тяжелой атлетикой. Ого-го! Понял, наши пошли. А, я понял, для чего это. Чтоб высокие ноты брать. Все. А, тяжелой атлетикой довольно-таки серьезно ты этим занимаешься? Да, серьезно занимаюсь. А, еще я увлекаюсь кондитерским изделием. Пеку. Печешь пирожки, как хочешь. Пеку тортики делаю. В следующий раз. Эклеры. Чтобы у нас на столе все здесь было. Хорошо, да? Я запомню. Все, София Салаурова, друзья, запомните. Друзья мои, ну что, аплодисменты. Аплодисменты, София, спасибо тебе. Мы желаем тебе творческих успехов на спортивном поприще. Ну и, конечно, радуй нас кулинарными изделиями. Все, я запишу. Пока-пока, ребята. Пока-пока.